Вот смотри, да, ты правильно говоришь, как его легко можно поделить. Вот ищем вот эту точку, да, где впадинка. Вот впадинка, да. Потом вот эта точка, она тоже бывает болезненная. Да, вот тут. И вот точку, где крепятся уже мышцы к ногам. Вот здесь вот, да? Где-то вот тут. Вот, у нас получился... Придешь домой красиво. Да, это все легко смывается. Может, скажешь, что это за секту ты вступила? Те треугольники рисуют. Да. Вот, однобедренный треугольник, да? Если мы от него нарисуем бисектрису, то есть вот тут посередине, да, делим? Вот бисектриса, такая крыса, которая делит угол пополам. Вот этот, да? И у него обозначен центр, у этой бисектрисы. Вот, как правило, он практически в 100% попадает именно в то место, которое больнее всего, где как раз больно, да? Здесь дальше можешь. Да. Ну вот у нее косточка заканчивается здесь, да? Вот где-то вот на этом промежутке, значит, у нее вот этот спазм идет. Да? Вот, вот в это место ей надо давить. Кулаком. Тогда, а, ну, кстати, кулаком, да, что мы делаем? И кулаком, да, и локтем. А локтем мы что делаем? Мы делаем вот эти вот, раскачиваем, и потом перпендикулярно этой мышце. Вот туда вот, на срыв уйдем, чтобы ее вот как бы растянуть. Да, да, вот туда, видишь, стрелочка. Раскачиваем сюда? Да, вращаем в любую сторону, куда удобнее. Так, сейчас я найду вот эту, да, нашла. Да, да, вот, находи. Вот, нашла эту точку. Ну, нет, наверное. Прямо и резко-резко так. Это не всегда получится с первого раза, потренироваться надо, да. Мне резко не получается. Или смотри, или вот так вот берем, извини, потерпишь, да? Да. Тебе все равно будет легче. Смотри. И вот так прям срываем. Теперь проверяем ногу. Давай, давай, нажимай сильно, глубже, глубже. Да. Так. Теперь проверяем. Так, ну вот 4 пальца уже касается, да, уже не кулак. А, мало. Значит, надо еще. Ну, уже 4 пальца, видишь? Еще ниже. То есть можно найти вторую точку. Вот здесь, да? Вот где мы точку рисовали, как раз вершину, да? Было больно? Чувствительно. Вот, тогда берем здесь, да? То же самое, продавливаем. Давай я надавлю, ты вдыхай воздух. И терпим. Ну, где-то секунд 10-15, вот так вот. Так, уже боль должна уйти. О, смотри. Ну, где-то вот 3 пальца, на один палец точно меньше уже стало, видишь? И так постепенно мы можем дойти до того, что полностью расслабим вот этот вот синдром седалищного нерва. Да? Так.